Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу 5 лайфхаков из пластиковых бутылок. Первый, порой самый распространенный, изготовление воронки. Отрезаем верхнюю часть бутылки, откручиваем крышку и воронка готова. Ее можно будет использовать как на кухне для компота, воды, подсолнечного масла, так и в гараже для моторного масла, бензина или солярки. Из нижней части, что у нас осталось, можно сделать одноразовые ложки. Для этого обводим одну из 5 ножек, так как показано в видео, вырезаем ее при помощи ножа или ножниц и в завершение края разогреваем зажигалкой. Хоть и выглядит после этого ложка не совсем красиво, но зато рукоять становится жестче. Поесть при помощи нее вряд ли удастся, но использовать в роли мерной ложки, я думаю, самое то. Для третьей идеи нам понадобится зубочистка, зажигалка, ну и конечно же пластиковая бутылка. Для начала откручиваем и разогреваем по кругу крышечку от пластиковой бутылки. Как только по всей окружности пластик станет слегка провисать, возьмите зубочистку и начните с внутренней стороны крышечки аккуратненько выдавливать его. Поначалу это нужно делать очень-очень медленно, иначе вы просто-напросто проткнете зубочисткой крышку. Как только носик остыл, можно вынимать зубочистку, резать верхушку, и тем самым у нас получается дозатор. В пластиковую бутылку можно, к примеру, залить жидкое тесто для блинов, крем, растительное масло, в гараже применить для смазки мелких деталей в труднодоступных местах, ну а детишкам можно залить в бутылку клей ПВА. В роли колпачка используем ту же зубочистку. В том случае, если из ведерка нужно перелить немного краски, одноразовый стаканчик вам не поможет, поскольку у него нету ушка, так что придется пачкать пальцы. Но в помощь нам придет четвертый лайфхак по изготовлению кружки из пластиковой бутылки. Разрезаем ее на две части, рисуем по кругу две линии и небольшую перегородочку между ними шириною около 2 см. Далее аккуратненько все вырезаем и продеваем с нижней стороны. Кружка у нас уже готова, ведра краски у меня, к сожалению, не было, так что покажу вам мешок семечек. Ну и в завершение ламинирование банки или стакана при помощи пластиковой бутылки. Срезаем верхнюю и нижнюю часть, надеваем на банку серединку, ну а между пластиком и стеклом кладем фотографию, визитку или логотип. При разогреве строительным или даже обычным феном пластик стягивается, ну а мы получаем персонализированный стакан, банку или вазу. Если это видео, ребят, наберет 50 000 лайков, я вам покажу еще 5 идей из пластиковых бутылок. Всем пока-пока!